Раз, два, три, четыре, пять, вышел. Прием, прием, прием. Здравствуйте, зрители этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юля Руфлорида, и ей в этом помогает Надя Эггерс. Друзья, мы все ждали ее возвращения и наконец-то дождались. Встречайте, Надя вернулась. Надя, привет. 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 Привет, дорогие друзья. Я просто безумно счастлива была. Спасибо. Безумно счастлива была читать все ваши комментарии. Я понимаю, что вы по мне скучали, многие из вас. Я тоже по вам безумно скучала. К сожалению, мягко говоря, стала заложником современной эпидемии и не могла вернуться вовремя из другой страны домой. Вот, поэтому Миша был моим заместителем, так сказать, и я считаю, что он справился на все 100%. Да-да. Он умничка, мне нужно даже кое-чему поучиться. Но вот сейчас мы вместе решили показать вам очередной дом, чтобы было мягкий, такой был такой мягкий переход, чтобы всех вас не травмировать. Кому-то Миша больше нравится, кому-то Надя, кому-то Юля. Вот, все мы тут вместе, все мы втроем, вместе собрались. Да, собрались. Вот, потому что мы очень волнуемся о ваших нервах, о вашем настроении. А сегодня мы приехали в дом, который находится в районе, это Орландо, но находится недалеко от района Лейк-Нона. Из-за высокой цены на дома в Лейк-Нона стали уже такими популярными районы, как этот. Он находится буквально в 5 милях от Лейк-Нона. Очень шикарный, на мой взгляд, район. Здесь очень много новостроек, дома, которые были построены в 2015-2017 годах. Застройщик здесь в основном был Ленар, но было еще несколько других застройщиков, но в основном все дома строил застройщик Ленар. Этот владелец в свое время, в 2017 году, купил этот дом у застройщика за 325 тысяч, и сейчас мы его продаем. Я листинг-агент, то есть я тот агент, который продает этот дом. Мы выставили дом за 450. Ого! За 450 мы уже получили, мы уже зашли под контракт, мы получили очень много предложений о покупке, и мы выбрали выше цены, которую мы просили, и это наличка, cash offer. Wow. То есть совершенно вообще отличный исход ситуации. Хорошее все счастливы. Да, очень хорошее время для продавца, очень много просмотров, я думаю, просмотров было более 50 за 2 дня. Мы ушли под контракт в течение 2 дней. Он был на рынке 2 дня. Давайте я немножечко расскажу вкратце как риэлтор. Миша остается как любитель, покупатель. Да, то есть я буду смотреть на недвижимость глазами риэлтора и проходить по цифрам, а Миша будет уже как глазами покупателя, может быть, правильно? И буду залазить во все шкафы. И будешь залазить, да. Это то, чего я не делаю. То, что некоторые любят на нашем канале, то, что некоторых бесит. Ну, как бы люди поделились на 2 лагеря. Но я считаю, надо заглядывать, потому что а как ты еще... Нам интересно. Да, да, как ты еще узнаешь. Ради бога, поэтому ты здесь и есть. Да. В общем, давайте быстро по цифрам. Дом был выставлен за 450, уходит немного выше этой цены. Он был построен в 2017 году. Метраж дома 2590 square feet, 241 квадратный метр. В доме 4 спальни, 2,5 ванных. Дом двухэтажный. HOA всего $100 в месяц. Это, кстати, неплохо, потому что здесь есть комьюнити пул, здесь есть теннисный корт, здесь есть джим, волейбольная площадка и баскетбольная площадка. Я считаю, что за $100 в месяц они отрабатывают эту цену HOA. И комьюнити, кстати, очень ухоженный. Вот реально очень ухоженный. Кстати, каждый раз, когда я проезжаю мимо, все очень чистенько, травинка к травинке. Ну, не придраться, честно говоря. И мы еще проедем, покажем с Юлей. Про налог. Налог 4650 в год. Дом блочный. Что еще интересует обычно? Я уже забыла, извините. За полтора месяца. Сколько акров здесь, если есть информация? А, да, здесь 0,14 акра.
Это стандартный лот. Ну, это он, стандартный считается? Нет, стандартный считается, это будет где-то 0,12 акров. Он считается как удлиненный бы чуть-чуть. Почти стандартным, но из-за того, что вы увидите на заднем дворе, как бы это увеличивает даже зрительно лот, потому что там у нас озеро. Значит, этот дом можно сдать за 3200, 3100-3200 в этой ценовой категории. И по поводу ипотеки, если вы берете ипотеку 20% down payment, первоначальный взнос, то есть вы берете сумму ипотечного кредита на 320 тысяч, тогда получается. Сейчас средняя цена ипотечного процента 3,3 где-то. То есть у вас получается приблизительно $1400 в месяц чисто по ипотеке, плюс $100 в месяц HOA, плюс 390 в месяц налог и плюс приблизительно $180 в месяц страховая. У вас получается, все на все выходит около 2100. То есть если взять сумму аренды, можно сдать, ну пусть это будет 3100, да, если, ну, совсем. Если повезет, тогда 3200. Вот. Но сумма аренды 3100, отнять 2100, вот вам $1000 нормально. Прибыли, да, чисто прибыли в карман. Вот. Ну давайте пройдем, посмотрим. Давай, готов? Руки чешутся, да? Мой ребенок не умеет читать. Как его научить? Мой ребенок делает ошибки при чтении и вообще не любит читать. Можно ли это исправить? Мой ребенок билингв. Как сохранить русский язык, если он растет вне русскоязычной среды? Педагоги онлайн-школы Kidsky готовы ответить на все волнующие вас вопросы. Kidsky – это онлайн-школа по чтению и русскому языку для детей от 4 до 16 лет. Все занятия проходят на собственной онлайн-платформе, один на один с педагогом. На занятиях используется увлекательная игровая методика, поэтому ваш ребенок будет сам бежать на урок. А после занятия с педагогом ребенка ждет интерактивное домашнее задание, чтобы закрепить результат. В Kidsky есть программы для детей, которые совсем не умеют читать, допускают ошибки при чтении. А также есть курс по грамматике русского языка для детей билингвов и мультилингвов. Первый пробный урок бесплатно. На нем вашего ребенка протестируют, подберут подходящий курс и ответят на все ваши вопросы по обучению чтению. А по промокоду RUFLORIDA скидка 10% на первый блок занятий. Ссылка на пробный урок в описании под видео. Kidsky научат читать, подготовят к школе и помогут сохранить русский язык в любой точке мира. Здесь жил арендатор. Сейчас у нас пока еще есть вещи, это личные вещи продавца. Он кое-что сюда перевез временно, но к закрытию это все уйдет. Это комната столовой, можно ее назвать, или вторая гостиная. А мне показалось кабинет. Офис. Можно как кабинет, кто на что гораст. Раньше здесь стоял пинг-понг, вот этот настольный теннис, столик. Да. О, бильярд можно поставить. Да, ну, для любителей. Кто на что гораст. Кто-то может из этого сделать офис. Ага. Ну, честно говоря, для офиса я всегда, для моего офиса, я предпочитаю закрытые двери, ну, потому что если ты на телефоне, то, ну, на переговорах, то все слышно. Вот. Да, так никто не мешает, но на самом деле это, ну, мелочи. Здесь можно, ну, как бы добавить двери, поставить стену дополнительно. Потолки здесь высокие, посмотрите, на два этажа. Очень высокие, сейчас покажу, так издалека, посмотрите, да, огромный второй свет. Пусть только в коридоре. Побольше снимай, ага. Да, само помещение, потому что многие пишут, что нас слишком много, нас слишком много в кадре. Поэтому... Ну, всем не угодишь. Кому-то, кого, посмотрели, кому-то мало, нас, давайте кому-то много. Да. Всем не посмотри, мне вот нравится, что лесенка, она не деревянная, а металлическая, видишь, прутья. А это? Дом был только... Это дерево. Дом был только что свежевыкрашен. Где смогли, где дотянулись. Он был профессионально выкрашен. Парень, который красил у нас из Майами, сюда приезжал. Молодец. Ничего себе. Вот все очень освежено. Дом был профессионально убран. Спасибо Лене и Сереже Кулиш. Спасибо огромное за замечательную уборку, такую детальную.
Вот, ну, проходи. Так, значит, там было непонятно, какое помещение, кто как хочет, так и использует. Здесь у нас половинка ванной. Будешь дверь открывать? Да, проверяй все, заводчики. Да нет, здесь ничего такого необычного-то нету. Да? Ну, да. Ну, все стандартно, да? Ну. Светленькое все, да, это половинка считается, здесь только туалет. Так, дальше идем. Вот. Сейчас мы вам все помещение сразу покажем. Так. Ну-ка, давай, давай, давай. Открывай все. Все работает. Я думаю, тут вряд ли нас чем-то удивят. Да, да. Ну да. Нет, на самом деле, продавец молодец, честно говоря. Он постарался освежить настолько, насколько, в принципе, возможно. То есть он проверил каждый предмет. Он же здесь не жил, правильно? Угу. Здесь жили арендаторы. Он проверил каждую технику на предмет, да, да, рабочая нет. Заменил микроволновку, там она была немного сломана. Диспозал. Ну, в общем, он сделал все возможное, чтобы дом был в таком же идеальном состоянии, в котором он его приобрел в 2017 году. Да, да, до арендаторов, да? Да. Вот мне нравится вот это окошко здесь, классное. Вот смотрите, какой вид хороший. Честно говоря, ты знаешь, мне очень нравится, когда здесь раковина. Ты посуду моешь, и тебе весело, не так грустно. Но на самом деле здорово, что раковина, в принципе, это на острове, да? Да-да-да. Ты можешь мыть посуду и телевизор смотреть. Тоже вариант. Да. Хуже, когда раковина вот, вот так вот. Вот здесь, не говори. Вот. Ну да, не красивый говори. Очень вид. Вообще вид красивый с большинства комнат этого дома. Планировка дома достаточно грамотная. Окна выходят на озеро. Большинство окон. Ты знаешь, телевизор был на этой стене, да. То есть здесь на самом деле был столовая была, ну, стол, дайнинг-стол. Дайнинг-тейбл. Супер открытая планировка называется. Да, очень открытая планировка. Здесь большая стена, здесь висел телевизор, здесь стоял огромный, кстати, здесь влезал очень большой секционный диван. Ну, разбег есть для фантазии. Есть, да? Где развернуться, да. Кто-то может повесить телевизор на ту сторону, потому что, в принципе, я вижу розетки для телевизора предусмотрены на этой стене. Тоже. Но смотря опять, какая вот у вас мебель есть. Будет и как она, ну, хорошо вместится, в каком положении. Знаешь, чего я еще заметил необычного в этом доме? Обычно мы видим, люстры висят. А здесь посмотри, потолочный свет. Точечный, да. То есть сделаны встроенные светильники. Да. Обычно мы видим вот эти люстры на той с, доме. С фенами, с вентиляторами. Да, кстати. Но с другой стороны, это дом 2017 года. Да, это уже более современный. Да. Да, интересное такое помещение, да? Вот здесь, скажи, как оно, Надь, называется? Ух ты. Ой, чтобы я знала. Рабочая зона такая, да? Здесь можно здесь свои можно чеки поставить разбирать. Компьютеры, да, разбирать чеки. Ну, кто можно как такой хочет, мини-офис так сделать, да. Ну, на самом деле, я вижу, если есть такие помещения, я вижу, очень часто стоит ноутбук, стульчик, если что-то нужно там быстренько, не отходя от плиты. Да, слушай, далеко, да? Знаешь, да. Тут кошеваришь, тут рядышком и поработал заодно. Чаще всего я такие помещения, мы его иногда называем wife's corner, да, то есть уголок жены, что ли, где она будет плакать вечерами. Нет, я шучу, конечно. Чтобы она уходила плакать. Если ее в угол будут ставить, она будет там сидеть и плакать. Нет, на самом деле, чаще всего я такие уголки вижу, когда ты заходишь с гаража, и между жилым помещением, ну, домом и гаражом бывают вот такие, такие же столики, куда можно сумочку поставить, также компьютеры и так далее. То есть, ну, здесь, видите, он расположен на кухне. Везде, кстати, гранит, как у меня в комнате. Да, гранит. Но везде. Цветом другой у тебя. Да. Так, здесь у нас пантри. Кладовочка. А свет включается, интересно. А, да. Ку-ку. Хорошая для круп и всякого такого. Хорошего Баночек. Размера кладовочка. Вот пылесос хранят. Так, проходим так, дальше. Так, в гараж, наверное. А вот видите, я говорила, вот здесь что-то такая. Наподобие вот,
такого. Небольшая имеется, угу. Да? Сумочку поставить, какие-то вещи еще. Конечно, да, ключики, да? Бросить. Да. Так, что у нас здесь? Гараж на две машины. Ой, господи. Вот. Аккуратненький, тоже здесь видно, покрасили. Да? Вот так баки стоят. Слушай, а почему вот они двух видов? Что это значит? Есть синий, один, зеленый? Один бак для мусора, продуктового мусора, а второй бак для ресайкл, это бутылки, банки, ну, то есть сейчас пластик. Такое разделение пошло в Америке, да? Да, обычно, конечно, уже давно это идет, да. Обычно забирается в разные дни, например, в понедельник мусор, а в среду или в четверг забирается ресайкл. Здесь водонагреватель большой. Такой водонагреватель, да, здесь можно выставлять температуру, которую ты хочешь, и они называются energy efficient, то есть энергосберегающие водонагреватели. Это очень крутой, на самом деле, очень хороший. Ну, кстати, вообще весь дом его рекламировал застройщик как энергосберегающий дом. Mm-hmm. То есть здесь как бы и стеклопакеты, и кондиционер, и водонагреватель. Как бы все сберегает энергию, да? Energy efficient. А что у нас здесь? А там написано, нет, подождите, куда Миша полез? Денджер. И Юля говорит, Миша, давай открывай. Смотри, что там. Не, ну на самом деле это вот так выглядит. Электрическая панель. Выключать свет в каждой комнате, например. Ну или электричество, да, здесь линию определенную. Все это подписывается на каждую комнату, на каждый этаж. Например, вот здесь кондиционер, это сушильная машина и так далее. То есть это все ванная 1, ванная 2. Так стандартно выглядит везде. Это поливочная система. Да. Вот такую я тоже не видела. Будем знать. Здесь настраиваешь, как какой поливать. День ты хочешь, чтобы поливалось. Да. То есть сейчас это стоит на авто. Здесь все это настраивается. Все, то есть прикольно. Ты можешь, да, выбрать любой день, любое время дня или ночи. Слушайте, здесь немножко так душновато. Да, здесь душновато, потому что здесь кондиционера нет. Кондиционеров нет в гараже. Да. Ой, сейчас покажу, смотрите, какой страус идет. Там открытая дверь, давай, раз мы уже на первом этаже, может быть, мы выйдем. На самом деле это не страусы, это цапли, журавли. Журавли, это журавли. Но я их страусами называю. Это краснокнижные, видите, у них красненькая шапочка такая. Какие-то флоридские журавли. Кто знает, точно можете написать в комментариях. Но я знаю, что они краснокнижные. Вот, а здесь они вот так гуляют со вот своими детьми. Я думаю, те, которые с шапочками красными, это males, да, то есть мальчики. А, ну мальчики красивее всегда. Они всегда красивее. Так, фу, как здесь хорошо. Да, здесь хорошо. В общем, такой у нас первый этаж, планировку я тебе дам. Юля, у меня есть план. О, классно. Ты его выставишь, его план, планировка. Вот, поднимайся на второй этаж. Так, я сразу замечаю, что на втором этаже тоже высокие потолки, что классно. Так, где? Давайте, наверное, пройдем налево. Здесь где? Здесь мастер, ага. Хозяйская спальня, Миша. Кто будет двери открывать? Кстати, жалко, что мебели нет. Зачем тебе? Подожди, там у нас еще ванная и гардеробная впереди. Шторок нету, опять-таки, блин. Смотрите, вид, здесь закрыты жалюзи. О, вид на озеро, вид. Очень красивый вид. Да-да-да. Смотрите, класс. Кстати, мы не обсудили, дом поставлен так, что можно еще даже добавить бассейн. То есть, если да. соседи слишком близко к озеру, да, оба соседа, то этому дому еще можно добавить бассейн, угу. Достаточно места. Ну, классно тут, слушай. Мне что нравится, здесь очень много окон. Да. Светлый дом, да. Да, да, да. Он, в принципе, светло покрашенный, такой светленький, свеженький, и здесь окон много. А здесь на соседей, да? Ну, вот, кстати, да. Ку-ку, сосед, привет. Обсудить и рассказать. Ой, так, надо. Знаете,
Я у кого-то из блогеров тоже слушал, кто именно прям застройкой занимается, из Техаса, что последние года в микрофон. Да, говорите сюда, пожалуйста. У нас один микрофон на двоих. Последние года почему-то расстояние между домами все уменьшается, уменьшается. Ты слышала такое? Ну, конечно, потому что земля стала дорожать, и когда застройщик покупает множество акров земли, естественно, они стали делить лоты поменьше и поближе друг к другу, потому что, ну, больше построят. Ну, логично. Да, вот тому пример. Посмотри, как здесь близко. Да. На самом деле, если вы посмотрите на дома, которые были построены, там, я даже не могу сказать, до 2000 года, там везде практически везде большая земля, да, и соседи не рядом. Да. А дальше уже земля стала дорожать, застройщики стали умнее. Угу. Мы делаем вывод, есть плюсы в новостройке, это то, что вот энергосберегающие, угу, все-таки на электричестве. А во вторичном жилье, то есть, получается, у тебя может быть больше земли, чем в новостройке. Да. Интересно. Точно подмечено. Закрою окно, а то там сидит сосед и скажет, что-то они там на меня смотрят. И обсуждают меня. Да, и обсуждают. Так, что у нас здесь? Так, все понятно. Хозяйская ванная. Две раковины. Светленько. Светленько, чистенько, акриловая ванна. Ты можешь, кстати, закрыть, мы с другой стороны. Двери, кстати, опять стандартные. Да, стандартные. Да. Все, мы всегда встречаем, на эфире уже обсуждали, угу, одни и те же двери. То есть застройщики... В одном магазине, видимо, закупаются. Да. Здесь магазинов-то Home Depot дало, все знаешь. Ну или из Китая заказывают, ага, партию. Да, вот везде, слушай, в каждом доме, угу, устанавливают. Ну и эти ручки стандартные, я их тоже часто вижу, кстати, ну, ладно, даже если брать. Спасибо, что они здесь есть. Да, не говори. Дома. Нет, ну все равно все очень чистенько, светленько, мне нравится. Да, мозаика тоже приятная, mm-hmm, очень. То есть ничего слишком многого, то есть не бизи, как мы говорим, да? Не загружено. Не загружено, вот, точно. Цвет такой приятный, ты сереньким отливом. Унитаз пропустила, ну ладно. Унитаз, давай-ка посмотрим. Самое главное. Закрытый. Закрытый, как мы это любим, конечно. Правильно. Так, это гардеробная. Посмотрите, вау, какая, да, гардеробная. Это моя мечта, честно говоря. Гардеробная с классная. Окнами. Слушайте, как... С окнами, да? Вот это я такого, наверное, первый раз вижу. С окнами гардеробная. Когда много. Когда дневной свет, это всегда здорово. Да. Вообще. Даже одно окно, оно уже придает другое ощущение. Здесь три окна. Даже жалко для гардеробной. Не говори, как еще одна спальня. Да, я бы сюда много спальни сделала. Много спален я вижу, меньше по размеру, чем эта комната. И здесь получается только одна гардеробная, но вторая. Здесь в каждой комнате... А, ну, гардеробная, ну, понятно, есть клозет. Мастер гардеробная одна. Да, да, это одна. Все. Ну, она здоровая, значит, достаточно. И вот это очень... Налево для мальчиков, направо для девочек. Ага. Вот она, наша любимая постирочная прачечная. Переходит плавно как раз-таки в гардеробную. Сейчас то есть так... из мастер, из хозяйской спальни можно пройти в ванную, гардеробную, и тут же как бы... Очень удобно. Но опять-таки отсюда не будет слышно работающей машинки, потому класс, что достаточно далеко стоит от спальни, хозяйской, да, спальни. Да, да, то есть, да, это не то, что она прям рядом-рядом со спальней. То есть, в принципе... Не, вот это закрыть, классно это не спланировано, я считаю, да. У меня вопрос. Замечательно. Да. Ну-ка, давайте. Вот. Машинки здесь остаются, правильно? Вы знаете, очень странно, но покупатель, прежде чем, ну, когда он посылал офер, он сказал, чтобы машинки были вывезены. Батюшки. Первый раз я такое встречаю, но это... Мы можем с Юлей вывезти. На себе. Это инвестор, и, видимо... Он будет, ну, как бы он будет сдавать, но инвестор из другого штата, видимо, в том штате, это, как я понимаю, есть
Я не знаю, как по-русски сказать, но это liability, да, то есть ответственность, типа, я не знаю, о пожарной безопасности, что ли. Я знаю, что в каких-то штатах нельзя сдавать арендаторам со сушильной и стиральной машинкой. И так как инвестор из другого, это просто, мне больше ничего логического в голову не пришло, почему он указал в контракте, что это должно быть вывезено. Вот, удивился и мой продавец, и я тоже, но, да, они просто не хотят какой-то пожарную ответственность, потому что такое есть в других штатах, но не во Флориде. Но мы спорить не стали, мы вывезем. Просто такой момент, как раз именно сейчас я ищу машинки на замену своих старых. Может, мы обсудим это после съемки? Я тоже ищу. Так, вы тут мне еще поделитесь. Я уступаю, конечно. Поделитесь тут еще. Ты мне можешь свою отдать. А я знаю, что зрители предложат. Съехаться, объединиться. На самом деле, у меня разберемся. Мы всегда можем с тобой договориться. Вот, по поводу вот этой гладильной доски, которая не совсем, кстати, стандартна, не во всех домах есть гладильная доска, и тем более какое-то специальное крепление для ней, потому что в основном сушат. Вы знаете, я вам хочу сказать, владелец этого дома русскоязычный, а мы все любим гладить, можно сказать. Вот, поэтому нам все равно у нас все должно быть отглажено, даже если мы достаем из сушильной машины, и это в идеальном состоянии, да, все равно у нас какие-то воротнички должны быть отглажены. Да. Вот они, видимо, и решили, что это будет бонусом к дому, и чтобы все были идеально выглажены. Но ты уточни у покупателя, может, это тоже ему не надо. Может, пожарную опасность какую-то создает. Я как раз сейчас тоже ищу. Я утюг купил. Короче, вы что тут собрались дома побрать новых хозяев? Так, ну проходим дальше. Так, что у нас тут еще есть лишнего? Пошли посмотрим. И ненужного, да. Ненужного. Так, здесь кондиционеры, я думаю, что это не лишний. Ну, только пусть скажут. Естественно, все оборудование 2017 года. За всем был хороший уход, замена фильтров ежемесячная и так далее. То есть в хорошем состоянии кондиционер. Вот здесь что такое? Слушай, такое ощущение, что ими правда не пользовались. Они все в очень хорошем состоянии. Да. Но я, возвращаясь к теме машины, но хочу сказать, что мне вот не нравится, вот когда вот так открывается. А да, мне тоже. Мне нравится, когда отсюда загрузка. Когда отсюда. Да, да. Мне кажется, так плохо просушивается и плохо промывается, когда сверху открывается. Ну, не знаю, не знаю. Ты уже американизировалась? Не, на самом деле я хочу сказать, что у меня были разные машинки. Мне почему-то всегда нравились сверху. Вот именно такой загрузки. Вот, и у меня подруга купила какую-то там крутую Bosch с такой загрузкой, она приходила ко мне стирать, да, извините, у нее не выстирывалось, да. Особенно Bosch. Да, я была очень удивлена, может быть, какой-то дефект там был, но вот моя старая тогда стирала лучше, чем новый Bosch. Стремно. Кто к чему привыкает. Не говори. Так, здесь у нас три идентичные по размеру спальни, ну, практически. Что такое? Что? Куда мы проходим? Так, ну давайте, да, сюда. Спальни одинаковые, в принципе, с какой ты начнешь, ну, так, не так важно. У всех одинаковые клозеты, гардеробные. Ну, я не маленькая, да, нормальная, я считаю, размер хороший, да, размер хороший. У нас здесь 12 на 12. Закрываем. Чего? Наши стандартные любимые полочки. Да. Как это поле чудес, открываем буквы. Закрываем буквы. Опять мне кто-нибудь про мой палец скажет. А вот посмотрите еще, здесь двери стандартные, невысокие. Хотя, в принципе, может, и влезли. Ну, это совершенно нормальный стандарт застройщика. Да, да. То есть это не custom-made, это... Таких моделей за цену за 450. Да. На самом деле это очень хорошая цена, очень. Честно говоря. Прям безумно хорошая. Так, что у нас здесь? О, две раковины тоже. И отдельно туалет и ванная. Посмотрите, отдельно туалет и ванная. Они ну правильно, здесь две с половиной ванны. То есть одна ванная должна... А, там даже... Слушай, да, посмотри. Я что там? Видишь, как объединили туалет и ванную? Я почему-то думала, что ванная... За... Ну, вот здесь находится туалет. Что-то я... Ну, вот так решили сделать. Запуталась. Так, ты тут что смотрел? Здесь вот еще один кондиционер. Открыли все двери.
Здесь кондиционер, здесь полотенце. То есть в доме получается два кондиционера, на первый этаж и на второй. А оба юнита находятся на втором этаже. А скажи, пожалуйста, можно же отдельно на втором этаже сделать одну температуру, а на первом... Конечно, другую? Да. То есть они все... Да. Это прикольно. Угу. Для этого они есть два юнита. Потому что, мне кажется, на втором этаже всегда жарче и хочется попрохладнее сделать. Из-за крыши, да? Да, да. Да, да. Здесь можно, и когда есть два кондиционера. Если один кондиционер в доме часто встречается, то уже никак. То уже, да, то есть одну температуру выставляешь. Еще плюс этому дому, в ванной есть окно, что тоже классно. Пусть маленькое. Масюсечное, но есть. Ну, да. Не, классно, классно. Чем больше окон, тем лучше. Значит, вот эта комната была единственная комната в этом доме, которая не выходит окнами на озеро. А так, в принципе, все комнаты выходят в каждый озеро. Хороший вид. Это к чему я говорила, что распланировано очень грамотно. Да, вот, посмотрите, еще раз покажем вид классный. Да. Опять же, посмотрим. Гардеробная, стандартная. Обычно вот так она и выглядит вообще во всех домах. Мне, кстати, не нравятся вот эти ручки, потому что они со временем тем больше затираются. Ты знаешь, честно говоря, дети могут прищемить пальчики. Я такое уже слышала, да. Но, с другой стороны, они место сберегающие. То есть одно дело, если бы дверь открывалась так, да. То есть самое лучшее, если дверь раздвижная, да. Но вот в этом случае это просто как бы сбережение места. Сломаем заодно. Нельзя, дом продан. Так, дальше. Это четвертая спальня. Тоже здесь окошко на красивый вид. Знаешь, вот единственное, что я бы хотела сказать, что, можно было бы окошко-то и побольше сделать, скажи. Ну, просто. Ну, в такой комнате, да, на самом деле. Ну, скажи. Ага, ну, почему не сделать два? Вот еще вот это окошко хотелось бы вот здесь, например. Или одно. Или сделать одно большое. Побольше. Ты права в этом, Юля. Да? Ну, просто вид-то классный. Я понимаю, когда вид на соседей, там реально хоть уж не делай. А здесь прям сэкономили. Здесь, смотри, здесь немножко другая гардеробная. Ага. Видишь, она уже... О, с одной дверкой. Ага, да, с одной дверкой и побольше. Здесь комната как-то побольше, наверное. Поэтому... Немного побольше, да. Смотри, опять вот эти. Светильники везде, да? Свет вечером нормальный будет. Мне больше такие светильники нравятся, как более рассеивающийся свет. И его много. Плавный. На самом деле здесь есть возможность, если кому-то нужны вентиляторы. Да, например, вот, посмотрите. Смотри, я лично кондиционер не очень люблю почему-то. Но мне очень нравится, мне необходимый вентилятор в моей комнате. То есть я его включаю, мне более чем достаточно, и он реально гоняет хорошо воздух. Поэтому если кому-то необходимо, можно повесить потолочный фен, вентилятор. Так, проходим дальше. Или все? Я думаю, что на этом все. А, да? Вроде бы мы... А давайте спустимся вниз и посмотрим прекрасный вид. Давайте. Ага. Так, что это у нас? Как это называется? Патио? А это скрипт, да, это... Патио, скринс патио. Здесь можно, да, здесь стоял мангал в том краю, столик стоял. На самом деле можно сделать, это стандартно, это уже было сделано застройщиком, вот этот экранчик, да. Вот, некоторые просто достраивают дальше, строят бассейн и делают полностью вот сеткой. Как у того дома, вот как у того дома, видишь, какой большой? Да. Мы сейчас пройдем, выйдем. Вот тут у нас гость все никак не уйдет. Смотрит, а что здесь такое? А у вас есть ли что-нибудь поесть? Так, а мы выходим. Класс. Ребят, я на каблуках. Можно я постою? Так, вот так дом выглядит с бэк-ярда. Смотри, он не боится. Почти. Ути-пути, гули-гули. А, вот они, смотри. Дети, вот двое детей. Видишь, у них нет красных шапочек. Это дети уже подросшие. А он охраняет, так, стоит. Бог, да? С моими каблуками, дайте я посмотрю. Посмотри. Точно. Видишь? Ага.
А он стоит на страже. То есть не надо никого звать. Деток страже. Да, 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 да. На той стороне я еще уточек вон вижу. Да, уточки здесь вообще постоянные обитатели. Так что целый зоопарк, можно сказать. Ну вот, посмотрите, здесь можно сделать хороший бассейн. Скажи. И вот посмотри, вот у этого соседа и у того соседа намного меньше получается участок между озером и патио, да? У них уже не сделаешь бассейн. У них уже не сделаешь. Здесь, посмотрите, сколько много очень, места. Очень хорошего размера. Угу. Двоек. Так и просится сюда, да? Yeah. Все, слушайте, семья уходит. Ну, отличный дом, мне кажется. Да. Прям многое понравилось. Еще бы нам окон добавить, да? В каких-то комнатах. Да, но так... на самом деле в гардеробной вот много окон. Вообще дом все равно светлый. Светлый, да. Впечатление. Вот в одной комнате мало окон, и тебе уже что, добавить окна? Ну, мы такие, да. Мало окон, нет окон, нет доводчиков, внутри кабинета не покрашено, мы же на все это смотрим. Ну, мы из России приехали, мы обращаем на все внимание. Увидели гладильную доску, ничего себе, вот это да, и радуйся. Миша, это почему мы тебя при нас держим, что ты везде посмотришь, везде скажешь свое словечко, да, прокритикуешь. Ну что, на этом мы, наверное, закончим. Я вроде бы ответила на все часто задаваемые вопросы. Если у вас еще будут какие-то вопросы, конечно, пишите, мы будем отвечать. По кредиту я сказала, по аренде я сказала, по параметрам дома я сказала. План дома, опять-таки, Юля выставит видео, в начале видео или в конце, как ты там выставляешь обычно. Ну, везде. Я так счастлива вас снова видеть. Я просто очень рада, что я вернулась, что я снова здесь. И спасибо тебе еще раз огромное, просто, Миша, вообще. Ты просто, ну, суперзвезда. Мне очень понравилось. Я смотрела, кстати, видео с тобой. С большим удовольствием, чем видео со мной. Я свои вообще не смотрю, честно говоря. Ну, это прямо огромная похвала, на самом деле. И зрителям большое спасибо, потому что море положительных эмоций, хороших слов, мотивирующих, добрых вы написали. Прям вот такие у Юли. Не устану повторять зрителя. Ну, а мы едем к следующему объекту. Да. Пока. Пока-пока. Счастливо. Пока.
Thank you.